Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас музыкант из Америки Джеффри Хак. Фишка его реакции в том, что они прям очень естественные. Всем приятного просмотра. Как из лунного сна, о, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лили, но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Как мило. Вот это чувство. Эмоции. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Боже, он не похож ни на одного певца, которого я слышал. Он такой настоящий, в нем нет ни капли фальши. Он поет песню, как полагается, поет всей душой. Чудно. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Вот это его способность петь таким воздушным потоком, как сейчас. No. Это отличная работа диафрагмы с воздухом. Он обучался музыке много-много лет, и это лишний раз подтверждает этот факт. Вернемся чуть назад. И артикуляция тоже на уровне, прям люблю. А вот и началось. Как? Это что он делает?
Он что, реально делает это своим голосом? Обычно певцы просто изображают такое. Я никогда не слышал, чтобы кто-то физически делал такое своими голосовыми связками. Обычно это всего лишь имитация. Невообразимо. Ладно. Это какой-то потусторонний вокальный контроль. Гитарист, бедняга, такой, как бы доиграть эту песню и перестать таращиться на тебя, Димаш. Выдающийся. Здесь только он и музыка. И этот пианист тоже там. Честно, я бы тоже понес ему цветы. И даже если бы у меня не было цветов, я бы украл их. Сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность группе Асуди и Байгали Ага. Сизге үлкен үлкен рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь. И за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Хорошо сказал. Димаш Кудайбергенов. Аплодисменты. Я сейчас не могу с тобой унести. Спасибо! На сцену приглашаются профессиональные сочинские носильщики, чтобы унести цветы Димаша Кудайбергенова. Это длилось 7 минут, но пролетело как 3. Вот что значит талант. Пишем в комментариях свои мысли по этому выступлению. И давайте просто обнимем Димаша за его голос. Димаш есть Димаш, но Димаш с таким диапазоном – это какой-то другой Димаш, о котором я еще не знал. Я вам говорю про вот это. Не знаю, он ли реально это пел, но это было что-то. Я слышал такое в метале. И да, я ни разу об этом у вас не спрашивал. У него есть такие песни в стиле метал? Не прям что-то такое в хлам пришибленное, но что-то такое в этом жанре. Я обожаю рок-музыку, обожаю классическую музыку, но я очень хочу послушать, как он поет что-то похожее на метал. Всем спасибо за внимание. Я обязательно переведу реакцию, в которой Джеффри услышит то, что он хочет от Димаша. Всех люблю, всех обнял. Пока!